ведомства. В Центральном парке Тулы в ходе работ по благоустройству нашли снаряд, предположительно времен Великой Отечественной войны. На место неожиданной раскопки незамедлительно прибыл наряд полицейских с кинологами, а вот саперы и спасатели заставили себя ждать. Даже спустя несколько часов на потенциально опасное место МЧС так и не явилось. Продолжаем выпуск.